Происшествие, которое едва не стало трагедией. Целая семья пострадала на улице Баженова в Калуге. Ледяная глыба проломила голову мужчине. Все это видели жена и ребенок. Им тоже досталось. Не говоря уж про стресс, который внезапно пришлось пережить. А ведь семья Новиковых просто гуляла в выходной день. И кто бы мог подумать, что все закончится попаданием в больницу. К сожалению, случай под аркой уже не первый. 11 лет назад при таких же обстоятельствах погиб человек. Ксения Бранцова отправилась на место событий. И тут даже опасно стоять. Вот. Знаете, как падает? Вот так вот. Как падает ледяная глыба прямо на голову, Наталья знает не понаслышке. Преодолев страх, все же подходим немного ближе к месту случившегося. На плитке еще остались следы крови ее мужа, а рядом ледяные куски, упавшие сверху. Не доходя до арки, услышала шум съезжающего, снега, льда. Вот, произошло все в одну секунду, пока я подняла голову посмотреть, откуда идет опасность. В это время глыба срывается и падает мужу на голову. Муж падает на землю, я его поддерживаю. Мы с ним шли, обсуждали фильм, разговаривали. Я что-то ждала от него какого-то ответа. И он в это время падает. Ну, вот это все происходит, и он просто падает. Вот был человек, и вот он уже лежит без сознания. Основной удар Владимир принял на себя. У него серьезная травма черепа, ушиб головного мозга. Наталья отделалась переломом пальца, у их ребенка гематома на ноге. У всей семьи сильнейший стресс. Переживая, благодарит всех случайных прохожих, которые стали помогать. Один сразу вызвал скорую, другой подстелил под голову ее мужа Владимира футболку, третий дал успокоительное. В больницу к пострадавшему пока не пускают. Но Владимир в сознании, его состояние стабильно. Голова болит, и что вообще врачи говорят по поводу операции? Ничего, только сделали МРТ. МРТ сделали, результат не сказали, да? Угу. Понятно. Не знаю, что-то ухо левое закладывает. Ухо закладывает, но там все связано, Вов, это же голова там все будет закладывать. У тебя тяжелая травма головы, Вов. Оно должно пройти время. История повторяется. Буквально в нескольких шагах от этого места ледяная глыба с крыши упала на голову мужу Марины Киреевой. Показывает, где все произошло. Ровно 30 метров от арки. Спасти мужчину тогда не удалось. Через неделю будет ровно 11 лет, как его не стало. Он упал вперед. Вот как стоял, он вот так даже руки вперед не выбросил. То есть у него уже рефлексы, все у него. Знаете, он так удивленные глаза у него были. И он упал, и еще мы бы его поддержали, мы не поняли. Мы так оглянулись все. А было, мы тоже шли вот так. Муж по центру, я с краю, с этого края дочка, впереди сын. Вот мы вокруг него все были. Он высокий, его по нему упало. Пешеходы ни о какой опасности над головой и не догадываются. Куски снега и льда хорошо видны только с высоты птичьего полета. Вот, например, явно есть что почистить в районе остановки у центрального парка. Не до конца все упало и в районе арки. Место, где случилась наша трагедия, до сих пор не огорожено. Люди продолжают ходить, подвергаются опасности. Ксения Баранцова, Сергей Ким, телекомпания НИК ТВ. Происшествие обсудили сегодня на планерке городского главы. Дмитрий Денисов назвал случай вопиющим. Пообещал, что виновного найдут и накажут. Следить за состоянием кровли зимой обязаны собственники зданий. Этот дом сейчас находится в распоряжении территориального агентства по управлению государственным имуществом. Дмитрий Денисов дал поручение проверить все кровли в исторической части Калугина, особенно двускатные, как на Баженова. Прежде всего, мы обращаемся к семье, к пострадавшему, скорейшего выздоровления. Здесь уж понятно, что виновного найдут, безусловно, накажут и соответствующие выводы сделают. Но хотелось бы, чтобы эта работа проводилась в нашем городе на более системной основе. Да, собственники зданий, строений и сооружений имеют обязанность в соответствии с законодательством содержать, в том числе в зимнее время, производить своевременную уборку снега, сосулек, обледенения и не допускать подобного.